У них свой взгляд на окружающий мир. У них есть собственное мнение. Главное – уметь его услышать. Мы услышали и записали. На новогоднем столе может быть торт, ну, всякая вкуснятина. Мяско из мультивалки. Должно быть питье и еда. Можно сок, можно квас, рыба. Блинчики. Заливное. Обживновки. Может быть, сладости. Оладушки. Все, что всевозможно. И всякие конфеты. И детское шампанское, и курица, и салаты, и все-все-все. На новогоднем столе должны быть всякие вкусности. Хлеб должен быть, супы, салаты. Все сладкое и все полезное. У них свой взгляд на окружающий мир. У них есть собственное мнение. Главное – уметь его услышать. Мы услышали и записали.